Привет, друзья! Мы снова вместе. Сегодня 15 декабря, и вы у меня в гостях. А если быть точнее, вы в гостях у моего умного компьютера. Вот здесь невиданное количество фотографий. Фотографий, которых больше нигде, никогда вы не увидите. Это особый мир. Вот. Когда-то все вы. Я очень надеюсь, хватит времени и здоровья, и зимы, чтобы еще десятки фильмов были созданы. Вот, но сегодня особая тема. Я вынужден опередить события, я уже раз опережал. Еще раз придется. Причина простая. Время торопит, время торопит. Сейчас поймете. Приближается время стратификации. Я обещал, что мы эту тему рассмотрим подробнее. Так? Вот, и... Поэтому все подряд не пойдем, пойдем выборочно. Вот, смотрите, что мы сейчас будем делать. Вот я нажал вот сюда мышкой, и мы видим, что эта фотография свежая. У меня раньше случаи такие были, но я как-то... Почему-то я не делал такие фотографии. Так, было посажено большое количество семян груши. Они не взошли. Вот. Грядка была перекопана. На следующий год приготовлена была для совсем других дел. И вдруг груши полезли. Годом спустя. И вот. И нам с вами важно знать, зачем полезли и почему полезли. Поэтому мы сейчас берем эту и копируем эту фотографию. И перемещаемся мы в... Сейчас будем искать. Ага. Мою статью. Дело в том, что статья была опубликована в нескольких газетах. К сожалению, не больше, чем в двух. И от этого огромное количество людей так и не узнало, что такое стратификация. Вот. Потому что главное понимание заключается в том, чтобы знать, зная саму практику, методологию, зная просто характер семян, зная причину, по какой мы вынуждены делать стратификацию, легче не ошибаться. Сейчас вы поймете, почему я так говорю. Итак, значит, смотрите сюда. Ой, нет, начнем из другого. Мы залазим в мою гостевую книгу моего сайта. Ага. Александр Смотритель. Вот такой человек с такой фамилией. Уважаемый Валерий Константинович, вопрос возник в отношении стратификации косточек слив. Кстати, заметьте, тяжелые сливы на стратификацию. Абрикосово, то благодатный материал. На вашем сайте в статье Бродского «Хранение, подготовка к посеву косточек семечек» ничего не сказано про стратификацию слив. Культурных, полукультурных, китайских, других источниках в интернете, сами знаете, сколько всего напридумано диванными садоводами. Разнятся как сроки стратификации, так и подготовка стратификации. В скобках замачивание в теплой воде, талой воде, посев песок со снегом, смена воды. Через 12-24 часа стратификация в мхе песка, в опилках, стратификация на вашем диске, посмотрел. С абрикосом все понятно. Вопрос замачивания так не освещался. Примерно как, так, как я понял, замачивать косточки абрикосов не надо. Я этого не утверждал, я не замачиваю. Только влажный песок, а косточки, слив, вишни, груши, яблони. Есть ли разница в технологии стратификации? Во всем этом хотел бы проще и поподробнее. Примерно как делаю, раз, два, три. Именно как вы делаете, и будет счастье. С уважением, Александр Смотритель. В общем, что я скажу? Раз, два, три, не получится. Вот, мы закончим этот разговор, знаете, где? На кухне. Я буду стратифицировать и буду не раз еще повторять. Все примерно. Примерная влажность, примерные сроки. Вот, совершенно разные культуры, даже внутри одного вида, потому что происхождение расползлись по всем континентам и приобрели новые привычки. Вот, поэтому не получится делать, как тут написано, примерно делай раз, два и три. То есть, вот человек, не задумываясь, повторил, и у него 90% схожесть. Не получится. Сейчас я кое-что объясню.
прежде чем мы пойдем на кухню. Итак, значит, давайте посмотрим на семена. Ага, вот она, статья моя. Сертификация семян по семенным вариантам. Почему я написал по семенным вариантам? Вообще-то, наверное, неправильно. Просто сертификация должна быть. Да, мы на севере живем. А, нет, по северному варианту вот почему. Я вспомнил, почему я это слово применял. Вы же понимаете, страна огромная. Где-то цветут сады, и в этот же день в другом регионе нашей страны сугробы и таять не собираются. Вот, что такое северный вариант? Мне все время приходится не забывать, что большая часть России – это Сибирь. Вот что хотите, думайте. Вот, это как мне это самое... изучала климат Дальнего Востока. Сихотолинский хребет по правую сторону, Тихий океан, там 40 градусов морозов не бывает. Он не замерзает, он дает тепло. А вот с той стороны хребта уже Сибирь, до минус 50, вот так вот. Видите? А теперь попробуйте вы, это я специально такой пример привел, попробуйте вы садоводом, который по одну сторону хребта, и по другую дайте одинаковую рекомендацию. А? Вот так вот, Александр, не получается. Ну хотя бы давайте будем делать скидку. Всегда в уме держу. Ага, я сибиряк. Так. Вот. И я закладываю, допустим, благодатный материал абрикоса. Нелегко. Ой, это неправильно говорю. Бывало с ними срывы необъяснимые подчас. Сейчас объясню, почему не происходит. Вот. То есть объяснимо, если глубже копнуть. Получается, что действительно благодатный материал может добиться 90% скорости. Со сливами сложнее. А еще что? Вторая беда, это называется беда наоборот. Ладно бы не всходили, всходят, так и только сильно рано, а потом перерастают. Вот. И кое-что я вынужден объяснить, прежде чем мы пойдем на кухню, очень важное. Но я без фотографий, как слепой без этого, без поводыря. Смотрите сюда. Это бы все есть на моем сайте. Надо будет, изучите. Но сами знаете, как наш народ не любит читать. Ой, ничего. Ни классику, я помню еще одно мгновение, ни статьи по садоводству. Поэтому я особо-то не рассчитываю на то, что все прочли то, что я вот на эту статью. Давайте остановимся на фотографиях. Итак. Говорил, еще буду говорить, но вынужден уже коротко, чтобы это не терять слушателей и читачей, этих глядачей. Смотрите, значит, упала косточка и взошла. И тут же побег съели. Так? Упала косточка, взошла. Ударил мороз, прощай, Вася, то есть прощай, росток. Вот, глубоко закопали, вспоминайте мою учебу. Глубоко закопали, прекрасно отсиживается в непогоду, легче переносит перепады, ложную весну, это я мой термин, только сейчас пришел в голову, ни разу еще не произносил, ложную весну, когда это самое, там меньше реагирует, там в толще почвы, дает прекрасные всходы, самые, наверное, дружные всходы, потому что и мыши, глядишь, не добрались до глубины 5-7-8 сантиметров. Слава науке за то, что она это решила, но слава в кавычках. Смотрите дальше. Потом сходы, и через несколько лет все умирает. Первый умирает абрикосы, могут и первый год, через пару лет тройку, пятерку груши. Ну, и дальше понадежнее сорта, виды идут, но все-таки не до такой степени, чтобы сад, вы знаете, это самое... Только Андрей Денисенко, мой помощник по этим созданию фильмов, мне вчера прислал интереснейшую статью. Он тоже, вот как я людей-то заражаю. Вот видите, абрикос манжурский. Вот его эта самая статья про него. Так, абрикос манжурский. Вот. И знаете, я быстро бегло пробежал. Знаете, что здесь написано? Правильно, здесь написано, что абрикос манжурский живет 100 лет. Ну, а теперь скажите мне, друзья мои, много вы видели 100-летних абрикосов? А? А вы вообще их видели? А вы знаете, что целые регионы без абрикосов?
целые регионы. Люди же пытаются найти, а им говорят с умным видом местные эти самые садоводы, агрономы. Нет, и не может быть. А тут же 100 лет написано. А, но это отдельная тема. Будем копать и копать. А пока я что говорю? Посадка в углубление – страшная ошибка, страшнейшая ошибка. Главная причина, почему нет у нас абрикосов. Потом идет заглубление коровой шейки, посадка в ямку. У вас уже плеши на головах, друзья мои, от моих этих бесконечных, этих самых наставлений. Но ничего, пригодится и это. Вот. И, наконец, посадка символическая по Железову. Вот. Кстати, до нее еще дойдем. А, в принципе, да, вот эта вот посадка не по Железову. То есть почти по Железову. Я садил, а потом ливень взял их, размыл. А потом, что интересно, даже косточка, когда отдельно будет тема, десятки фотографий уникальнейших. Но это будет все потом. Сегодня-то у нас практика, а мне надо еще до кухни добраться. Вот. Получается, вроде под землей, а когда створки раз раскрылись, и он уже над землей. Вот то, когда под землей, а створки раскрылись, получается, над землей, это посадка по Железову. Извините за то, что я так нагло говорю, по Железову. Ни по академику Иванову, ни по профессору Петрову, ни по член-корреспонденту Сидорову, а по Железову. Потому что до сих пор простые профессионалы, суперпрофессионалы, вот, присвоили себе право учить убивать деревья, начиная с посадки с заглублением. Вот. И еще несколько фотографий прокомментирую и вперед на кухню. Итак. Что такое ложная всхожесть, ложная весна? Вот это вот я как сделал? Я сперва выбраковал сливы, которые всплыли, да? Потом их посадил, так, потом сделал хитрую хитрость. Я на это самое корыце одел полиэтилен и выставил на балкон. В ноябре взошли. А для чего я это самое показываю? Для того, чтобы вы поняли, посадка без стратификации... Стратификация, я сам цитирую сам себя. Сам себя, правда. Да, я не очень до сих пор толком не знаю, как оно звучит по-научному. Для меня это хранение в безморозном состоянии при температуре близко к нулю в погребе или в холодильнике. Точка. Итак, почему оно взошло? Потому что на балконе, на застекленном, были бесконечные, в течение октября-ноября, бесконечные перепады с плюса на минус. Пригрело солнце, на улице минус 20, на балконе плюс 5. Ура, говорит эта косточка, кстати, отбракованная, которая, по идее, должна бы не взойти. Вот, это так я от скуки сделал и убедился в чем. Когда мы садим осенью, перед зимой, вместо зимы может вернуться обратно, если не лето, то осень. Перепады, сами знаете, в Европейской России еще страшнее, чем у нас в 10 раз. И в результате дерево ошибается. Вот оно ошибалось и вылезло куда? Что толку, что она вылезла в это самое, в ноябре? Что дальше-то? Только смерть. Все. Вот. И это происходит в природе. Посадили. А стратификация это все-таки надежно. В холодильнике мыши не доберутся. В погребе, если постараться, тоже мыши не доберутся. Это уже от нас зависит. Вот, заберутся мыши или нет. Вот. И это самое. Можно подгадать, допустим, к апрелю. Весной то же самое происходит. Посадил весной, а они не взошли. А на самом-то деле они как? То посадили только, а вот теперь прошло. И садить, что интересно, по железу, как можно раньше, не забывайте. Все семена, все деревья, плоды у нас иммигранты с югов, которые за 1000 километров эмигрировали, а скорее всего за 2, за 3. Вот. Не забывайте, что когда в Европе было оледенение, большая часть Европы была ледник. Ну, можно представить ледник высотой 2-3 километра. Километра, не метра. Не снеговой покров, метр, километра. Юг Европы – это Сибирь, а жизнь ушла в эту, в Африку. Нормальная жизнь. Ну и что после этого можно ждать? После этого можно ждать то, что это самое, приобрели несколько оледенений, несколько потеплений, приобрели разные свойства, разные континенты, разные виды. Вот, мы пытаемся их унифицировать. И весной посадили, опять оттепель, она взошла, мороз ударил, прощай, Вася. То же самое.
И получается, и весной посадили спящие, еще не гарантия, что взойдут. Вот. Чаще могут просто отсидеться. Теперь как они могут отсидеться, еще кое-что объясню. А, ладно, на кухне. Ну, еще пару фотографий для колоноты. Итак, это я по неволе получилось. Я вначале очень рано на стратификацию клал эти самые абрикосы. Вот. А в холодильнике вместо 0, ну, тут 3, тут 5, то 8 дверцы, хлопаем, и все. И давай они дружно всходить в январе. Вот потери были большие. Вот фотография специальная, да. А на дальнем плане, то есть вы поняли, рано закладывать опасно, чревато. Мы не можем ноль выдержать, когда они максимальное количество могут находиться в спящем состоянии. Максимальное количество времени. А на дальнем плане, вон там, это же те же сливы. Вон они какие. А почему взошли? Тот же самый принцип, как вот это. Я их справа, они всплыли, я решил, что погибли. А я же железо. Ну, что думать, я их выбросил. А попробуй-ка я, образно говоря, мертвое. Я вычитал, естественно, в литературе, в каком-то журнале, что всплыли. Абрикосы больше подходят всплытие. Вот. И то, если на момент, когда вы их это освободили от мякоти, вот тогда надо проверять. Полежат подсохшие, вон на кухне у меня их тысячи лежат. Они, и даже если подсыхают, они не мертвые. А сливы, перенесли этот премий на сливы. А я взял, не выбросил. А я взял их банку с песком. Вот. Подождал до января, в январе поставил на подоконник, вон они уже, 25 января они уже это. А ведь проблема-то в том, что считается, что сливы очень сложно прорастить, очень сложно. Вот чем беда. А тут оказалось, их еще и остановить невозможно. Это еще отбракованное, всплывшее. Ладно, еще пару фотографий. Вот. Смотрите, груша уссурийская, 21 февраля заложил на стратификацию. А вся стратификация, это, знаете, это на высылку. Вот, я уже это с этого момента, когда наступает февраль, я начинаю массовую стратификацию. Вишни, груши, абрикосы. Так, вот это на высылку. Там, вон, видите, раз, два, три, ну вот столько-то количество семечек, которые заказали. Я их в эту самую, в сырой песок, это, вот. Ну, естественно, а что же интересно, я людям выслал. А будут ли они меня материть, извините за ненаучное выражение? Вот результат. Дождался 22 апреля. Вот. Не купили, ничего. Разбираем обратно. Сами по себе посадим. Сам себе режиссер. И если вот приглядеться, вот мне надо было вот эту вот кучку поближе бы сфотографировать, потому что там везде торчали. А, вот они, вот они, вот. Видите, это самое. Я не знаю, курсор видно или не видно. Короче, вот они с хвостиками над словами проклюнулось 20-40% семян. Вот они с хвостиками. Вот они. Даже переросли. Вот так вот. Даже, к сожалению, они уже почти негодные. То есть, заметьте, 21 февраля, март, апрель, ровно 2 месяца. Сливы, как видите, если вовремя заложить, будем сегодня закладывать. К весне, тут что интересно, будем живы, пройдет 2 месяца, и мы с вами опять снимем фильм. Я буду доставать то, что мы сегодня заложили на стратификацию. Переросшие это мне прислали фото, к сожалению. Я такие высаживал, сказать выкинуть не надо. Почему? Вот у правых, вот он хвост, и только появляется вот этот росток. Но этот росток не должен быть под землей. Опять же, на 5-7 сантиметров закопают, и они там сгнивают. Некоторые вылазят, но ненадолго. Все равно мертвое будет со временем. Вот так вот. Теперь стратификация абрикосов. 18 февраля заложил и выслал вам. Судьба ее, догадайтесь сама. И, наконец, это все переписка. И, наконец, что мы сюда делаем? Присобачиваем вот эту фотографию. Сейчас мы ее уменьшим. То есть я потом статью, это прошло время, появилась ценная фотография. Я статью эту усовершенствую. Я потом еще добавлю пару слов. Не спешите, как это перекапывать, если не взошли. Смысл ее, совет. Потом добавлю текст. И будет здесь написано следующее. Друзья мои, не спешите.
не надо торопиться, когда не взошли семена. Они могут зайти на следующий год. Вот так вот. Это бывает и с абрикосами, с персиками, вот с этими грушами. Вот. У меня два случая груши не всходили. На следующий год дружнейшие всходы, прямо все зелено было. И один раз случилось, что и на второй год груши не взошли. Причины разные, какие-то мы уговорили, каких-то мы упомянули. Ну, еще буквально несколько секунд, не могу я остановиться. Вот из этих фотографий, чего бы вам показать. Чего бы вам показать. А вот, в одном из фильмов, не было вот этой фотографии, в одном из фильмов я ругал тех, кто все уже, вспоминайте, все уже делал по железу, уже и на холм садил. Но какого черта вот это вот с мульчированием? Ведь научили же, саженцы мульчируйте, закрывайте. Вот, понимаете, вот гниение внизу, вот внизу, и когда гниение достигает максимума на уровне земли, благодаря вот этой вечной сырости, после этого происходит вот такая история. Поняли, да? Вот, ну еще, ой, ну это мы будем все отдельно, ну как хочется, как все охватить, я не знаю, здесь ценнейшие фотографии, чего тут только нет. Вот, все, ладно, закрываю эту лавочку, вперед на кухню. Я вынужден сказать то, что, может, не договорил, сидя у экрана. Три главных фактора. Какой вид, какой сорт, от этого зависит. Время сертификации. Подчеркиваю, я утверждаю, что сертификация – это хранение в безморозном состоянии около нуля, близкое к тому, то есть близкое к условиям исторической родины. Вот тогда получается все нормально. Мы заложили их ни осенью, не посадили. Мы не заложили сертификацию ни в сентябре, ни в октябре, даже не в ноябре. Почему? На исторической родине зимнее хранение, хоть, то есть природное зимнее хранение, намного, сроки намного короче, чем у нас. Ну что, приходится подстраиваться, подстраивать. Так, это первый фактор, я сказал, срок зависит от того, с чем мы имеем дело. Раз. Так, второе, это температура хранения. Температура хранения – это надо бы близко к нулю. Сами знаете, даже у меня такое не получается. Зимой, да, 0 плюс 1 плюс 2, но уже при закладке еще и близко нуля нет. Допустим, если сейчас, нет, сейчас уже, да, сейчас уже близко к нулю, но весной уже начинается температура подниматься, семена просыпаться, в общем, разное время. Я сказал три фактора, про третий скажу чуть позже, вот он, этот фактор в этом ведре. Так, а есть четвертый фактор. Один раз у меня произошли дружные всходы, неожиданные. Я это связал с тем, что у нас была очень ранняя, необыкновенно ранняя весна, в марте месяце до 15-20 доходило. Хотя это ненормально. И семена почувствовали, почувствовали. То есть вот этот фактор тоже... Раньше, я как понял тогда, это предположение, но очень такое, имеет право на жизнь. Раньше весна, чувствует, просыпается. В погребе, черт ты где, на какой глубине, в холоде, в сырости, в этой самой, в темноте, просыпается. Нет у меня фотографий, не было тогда цифрового фотоаппарата. Прям вот коробка большая, в этой коробке, значит, несколько слоев. Лежат семена, вот так вот лежат, все. А верхний слой, зеленая грядка, но она не зеленая, она была такая бледно-желтая, нездорового цвета, но была грядка. Вот. И так случалось, когда я не мог определить оптимальные сроки. Было дело. Или когда я, допустим, а ладно, завтра, а некогда. А, это, да, через недельку посажу, достану, достаю в мае, поздно. Вот такие хвосты, а еще и ростки пошли, и уже посадить, ювелирная работа, но большая часть уже гибнет. Садишься, стараешься вертикально. Так, ну что, поехали, значит, смотрите, песок. Песок это прямо из тайги. Песок взят из-под сосен, там у нас такой обрывистый берег.
и все командиры на стройку, вплоть до грузовиков, берут этот песок. Он, его можно уже назвать строительным, он достаточно чистый, у меня в нем не плесневые семена. Плесневение семян – одна из проблем. Когда сильно сыро, то есть не угадали с соотношением песок и вода, так, сильно сыро, или в песке много органики. Существуют способы, промывка песка, прямо под струей, такой способ, прокаливание и дезинфекция с помощью, эхонастрель, я самые распространенные слова забываю, марганцового раствора, марганцевого, вот. Читайте Бродского на моем сайте, те, кто не сомневается, что у него песок чистый, а мы продолжим. Значит, нам нужно соотношение, это самый важный момент, потому что, сходят семена, мы как-то тормозим, вспоминайте. И это тут уже не я один, тут уже многие догадываются, раз по горшочкам, но страшная ошибка, горшочек на окошко, и ура, март, апрель, растет, сейчас весной высажу, чуть не показал кукиш, практически все гибнет. Затенением еще можно как-то их спасти, и ту часть только. Вот, хилые получаются, ненормально это. Вот. А я говорю, раз уж по горшочкам, допустим, проклюнулся, а на улице сугробы, пожалуйста, в холод. По горшочкам, но в холод. Вот. Теперь, допустим, с этим уже все понятно. Значит, давайте готовить раствор. Такой, чтобы и рано, и не высохли, я еще хотел что сказать. Зачем нам нужно точно? Вот к весне он должен быть сырой, песок сыроватый. Тогда наклевывает, то есть разбухает внутри, семечко, косточка набухает, особенно касается косточек. Она набухает, ядро занимает, уже почти полусохшееся, занимает снова все пространство. И дальше со страшной силой, невероятной в этом жизнестойкость такая, в этом разрывает оболочку, которую никто не может, мы вынуждены молотками разбивать, когда хотим до этого добраться. А у нее еще страшнее сила, чем молотки, разрывает. Так, с этим тоже стало понятно. Переходим к водным процедурам, как раньше говорили, приучая нас к утренней гимнастике. Значит, для начала, я и так знаю, соотношение должно быть где-то 5, 6, 7 к 1. Не важно, какая тара, нам не важно, какой здесь объем. Нам важно количество соотношения. Делаем. Раз. Делаем. Два. Делаем. Три. Делаем. Четыре. 5. Может, нам столько не понадобится, но для наглядности побольше. 6, 7, 8, 9, 10. Надеюсь, посмотрев эту передачу, наши друзья-садоводы делают меньше ошибок. Теперь иду под кран, наливаю пока один стакан. И получится 10 к 1. Вот, попробую. Да, я уже вижу, что мало. Уже вижу, что мало. Полтора стакана. Получится где-то 6-7 к 1. Полтора стакана. Вот это уже ближе к делу. Перемешиваю. Кухня. И что я вижу? Вот, я вижу, что, кстати, видите, руки сухие, да? Вроде влагу я уже почувствовал. Сейчас еще немного. Еще немного. И что мы получаем? О! Так, у меня получилось полтора стакана на 10. И сколько же получается? 7 к 1, да, примерно. 7 к 1. Да, пожалуй, вот такой нам песочек-то и нужен. Так,
вопрос о предварительном замачивании перед сертификацией или перед посадкой. Я никогда этого не делал. А мне, видите, вопрос. Вот будьте добры, надо, не надо. Видите, помните письмо, вот сейчас только мы с вами с этим письмом имели дело. Вот так, все, получилось. Вот именно такое. Заметьте, руки не влажные, не мокрые. Вот так вот, когда я обычно, как я в статьях, сунул пальцы, сыро. Вот если бы они сейчас были сухие у меня полностью, сунул пальцы, сыро, достал, а влаги нет. Вот, но ощущение сырости. Да, чисто, ну, поняли, да? Если вы сделаете, сейчас у меня получилось 1,5 стакана на 10 стаканов, вот так и получилось. Все, нормально. Может быть, ошибка какая-то, ну, чуть-чуть, может быть, еще сырее. Ну, сушь уже нельзя. Может весной не разорвать ядро, может не разорвать эту страшную бронированную оболочку. Итак, тары, как правило, я советую обыкновенные стеклянные банки. Вот. Сюда можно много напихать. Другое дело, что где же я столько возьму. Вот. У меня замучили с персиками. Дело в том, что пришла пора стрессировать персики. Возможно, даже немного опоздал. Вот. Персики всходят плохо. Вот. И сейчас я вам показать. Может быть, вот здесь вот видно, не видно, а? Друзья, вам видно? Значит, смотрите, я их буду слегка закапывать, вот, и прижимать к этой, к, как сказать, к стенке, да? И что интересно, почему? Ну, это для наглядности, не для меня, для вас. Вот, дело в том, что бывает всходы, видно, прямо видно, когда начинают сходить через стенку. Ну, не всегда, но бывает. Ну, мне все равно на какую закапывать. Закапывать не глубоко. Вот. Здесь можно закапывать, вы знаете, не смертельно. Вот, допустим, ведро, да? Вот видите ведро с песком. Я делал так. Слой песка, слой семян, допустим, тысячи. Слой семян, слой песка, слой семян. Слой... Одинаково сходит, приходит пора, и когда оттуда вываливаешь все это, смотришь на всех примерно одинаковое соотношение взошедших и спящих. Вот. Поэтому не беда. Ну, в данном случае я... На ваших глазах, я надеюсь, видно то, что я делаю. Вот. Я хочу закопать ровно 10 косточек. Раз, два, три, четыре, пять. И поближе к краям. Шесть, семь. Места не хватает, ладно, в середке. Восемь. Видели, это персики. Девять. И 10. Это, кстати, персик Бродский. Я его так назвал. У него интересная судьба. Но рассказ о нем, пусть они мелкие, но дело в том, что это все-таки настоящие персики. Фотографии я вам сейчас показываю. Несколько фотографий, чтобы вы поняли, что мы не ерундой занимаемся. Начиная с не крупных персиков, но все-таки персиков. Так, тут не выйдет. Все равно это временное убежище. Вот здесь как раз можно не поглубже закопать, не беда. У меня получилось где-то на глубине 2 сантиметра. Это еще не высадка, это временное, непостоянное место жительства. Оставил немножко места для воздуха, закрываю. Персики готовы. И придет время, вот он, холодильник, ставлю на нижнюю полку, объясняю, я надеюсь, холодильник видно, не видно. Ну, не суть важно. Морозилка внизу, так? И вот здесь вот регулятор. А вот здесь вот, видите, стоят, это баночки, если видно. Ну, если не видно, и так понятно, что внизу над морозилкой в холодильном отделении стоят банки. Банки с этими же сливами, еще сухими. Вот. И вот здесь вот, прямо аж у меня такой холодильник, он не самый новый, небольшая лужица на дне. Она чем хороша? Я вот сейчас добавлю чуть-чуть. Немножечко холода там у меня стоял на тройке, ставлю на щеку. И где-то примерно через несколько часов литком покроется вот это место. Вот тут-то и будет стоять. Тут-то и будет нуль. Вот. Понятно, да? И страшная ошибка хранения в морозилках. Страшнейшая, поверьте мне. Так, теперь. Да, просто замерзнут, не сомневайтесь.
вторая банка для слив. Вот я подготовил сливы. Ну, почему я выбрал эти сливы? Это моя любимая китайка, сливы под названием красно-желтые. Так. Вот. И вот эта слива, тоже фотографию показываю, она чем хороша? Она хороша тем, что наиболее универсальная. Ее прививать не надо. Каждая третья половина, а может быть почти все, они дадут вам замечательные плоды. Вот, замечательнейшие плоды дадут. Сейчас я что, чуть-чуть. Вот так как у меня ее немереное количество, то я сейчас что собрался делать? Я собрался побольше ее. Но посчитать надо, нам надо процент скорости знать весной. Я надеюсь, мы вновь встретимся на этой же кухне. Вот смотрите, тут уже 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот это один слой. Вот. Немножко небрежно, но сами понимаете, нам важен принцип. Снова еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Где-то одно упало, я их очень ценю. Уважаю. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Засыпали. Вот видите, вот эти, их немножко видно с боков. Вот. Удобно, удобно, когда начинает сходить. Кое-что можно разглядеть, даже не доставая с банки. Итого уже тут 40. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Опять упало. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все. Все. 60. Так, ну вот и все. Сейчас закопали. 60. Потом я напишу здесь. Китайка красно-синяя. Ой, красно-желтая. 60. Так. Значит, закрываем крышкой. И тоже ставим в холодильник. В принципе, мы закончили. Может быть, какие-то нюансы я забыл. А, кстати, посмотрите на это. Теперь можно уже вертеть туда-сюда этим фотоаппаратом. Видите, это приготовлено к продаже. Расфасовано. Вот. И это сейчас я проснулся. Увидел, что у меня есть два заказа. Сейчас я быстренько это и все попрячу холод по холодильникам. Дело в том, что их долго хранить нельзя в тепле. Вот. Ну, о их качестве. Я просто попутно рекламирую свои семена, потому что просто жалко, если все это выбрасывать потом придется. Ну и конец разговора у нас будет все-таки за компьютером. Вот вы эти сливы. Вот, они хранились в погребе. Вот что интересно, в погребе, в холодильнике немножко получаются разные результаты. Я вернулся, я уже было попрощался с вами, вернулся к компьютеру, чтобы еще кое-что сказать. Вот, не получается, еще раз, уважаемый Александр Смотритель, автор письма, не получается назвать абсолютно точные цифры. Вы представляете, китайки, не так даже, сливы ренклоды, сливы венгерки, это совершенно разные. Они настолько разные, что по своему этим, что бывает к одним ближе абрикосы, чем сливы к сливе. Вот. И, а вот такую именно работу, такую специальную исследовательскую, никто не проводил. Ведь вы можете, ведь не зря же совершенно разные цифры приводятся в этих самых. Вот. Кто-то испытывал при, вот я специально вернулся, вот даже на этой фотографии у меня получилось. Эти сливы хранились в погребе. Видите, у меня получилось. Самый момент пробуждения и пора садить. Вот здесь получаются хорошие посадки. Тут уже не важно, проклюнулись они или еще спят. Проснутся уже на новом месте. Но видно же, что здесь влажность чуть-чуть больше, чем вот я вам демонстрировал. Я вам демонстрировал 1,5 стакана воды на 10 стаканов песка. Так?
Здесь соотношение было другое. Почему? Потому что сырой погреб. Вот, представляете, погреб, в котором прямо аж с потолка капает зимой конденсат. Вначале там появляются снеговые такие, на эти самые, как же они называются, вот это, изморозь, так можно назвать, изморозь появляется прям хлопьями снежными. Это когда уж при крайних морозах. Вот. А потом, ближе к весне, она, естественно, тает, и с потолка бетонного прямо капли капает. Здесь примерно соотношение не 1 к 7, а где-то 1 к 5 или даже 1 к 4. И вот этот вот разброс, это когда 1 к 5, 1 к 4, она вроде бы как даже лучше всходит, но сгнить могут. Был один случай, вот такой предельный, при 1 к 5, когда у меня все-таки плесень появилась. Вот. И вот я, ну никак, вот, и кстати, от влажности зависит и срок хранения. Например, если по суше, ему может быть понадобится три, это, допустим, тот же абрикос, 3 месяца, чтобы взойти. Когда помокрее, 2 месяца достаточно, естественно, перед самой весной речь идет, сроки перед самой весной, о последних месяцах перед весной, перед высадкой. Вот. А почему такой разброс? Ну вот именно потому, что разная влажность. Вот так вот я уж и так, знаете, я это, в Москве был, мне так трудно пришлось, это я сейчас поплачусь. Только один раз, 2 семинара по 3 дня. Люди слушали, раскрыв рот. Кто-то пытался, там как-то был перерыв, и после перерыва кто-то пытался свою речь произнести. Нет, мою пользу сказать, какой у нас. Люди с нетерпением говорят, каждая секунда дорога, каждое слово железо бесценно. Там кто-то пытался там то ли перерыв продлить, то ли что. И вот среди вот этих 6 дней всего одно было вот недовольство. Встает женщина и говорит, мы с подругой ничего не поняли, так на какую же нам глубину садить-то, все-таки в конце концов. Дайте нам точно, а они же, знаете как, вроде бы запись ведется, но никто же фильм людям не обещал, это сейчас диски есть этих семинаров. Пожалуйста, изучайте, покупайте. А тогда-то люди, что записал, то запомнил, ведь невозможно 3 дня слушать и все запомнить. А они сидят и конспектируют, лихорадочно записывают. Вот, точные цифры скажите. А я опять говорю, лучше всхожесть, если реально, не вообще лучше всхожесть, а именно практическая всхожесть, именно в реальном саду. Если закопаете косточки на глубину 5-7 сантиметров, как учит наука, вот, но они погибнут. Хуже, когда по железу, я вот все-таки... Ну, не могу я уж, извините меня. Сейчас я вам найду это самое. Вот, ну, извините меня. Вот, сейчас. Вот. Ну, кстати, правильная посадка, видите? Она, вот эта косточка была под землей. Они буквально из земли выскакивают. Но тут же, обратите внимание, ведь это не моя фотография. Это просто, ну, мне глаз режет. Видите, вон они, косточки валяются. Вон они. А знаете почему? А и тут тоже были ростки. А, вон слева внизу валяются. Вот. Это чужая фотография, ладно. Вот. Сейчас поймете, к чему. Значит, символическая посадка, это в будущем тот самый росток, который, тот самый абрикос, к примеру, который может 100 лет прожить. 100 лет. Вот. Я опять от сертификации отклонился, но ведь это же тоже в какой-то степени имеет отношение к ней. Сейчас еще покажу. Ага, вот они. Вот это моя фотография. Вы похожи на ту, да, чужую? Ведь это ж сколько у меня мышц-то их сожрали-то, вы представляете? Вот. Скажете, это не мыши? Ага, сейчас я вам покажу. Момент. Вот, момент. Где у меня фото, где это самое. Мыши оставили следы преступления. Ну хорошо, по ходу показываю. Вот эти вообще никто не садил. Давайте считать. Справа росток 1, 2. Вот еще росток 2. Вот будущий росток 3. 3, 3, 3. Вот этот, скорее всего, зайдет 4. И вот этот вот впился в землю 5. А и тут сколько? Ну штук 20. Вот так вот. Вот самое это, когда это валяется. А потом мне говорят...
Хольцер сказал, разбрасывайте семена, они взойдут. Конечно, взойдут, но у Хольцера может их 1 000 000, а вы по 25 рублей купили. Какой к черту разбрасывать? Чуть-чуть заглубить, зная, что это уже унюхают мыши. Да еще умудриться хранить. Помните, я говорил, где мышей нет? Там, где много чистой земли без травы. Например, бывшее картофельное поле. Это так, слово я говорю. Ну, еще покажу и успокоюсь, потому что у меня... вот работа мышей. Согласны? Вот видите, в центре почти слева. Это работа мышей. Вот. И вот так же где-то взошло, где-то это самое. Может, это у меня... Ой, ничего не поделаешь. А, кстати, вот самосев еще покажу вам. Ну, придет время, опять будем это проходить. Но не могу я остановиться. Вот здесь сколько колев, столько здесь зашло самосевом этих же маджурских абрикосов. Вот, особого ухода за ним нет. Коля воткнул для чего? Да для того, чтобы не скосить их, когда с косой мимо прохожу. Вот, это самая ценная вещь на свете. Почему? Если сотнем зайдет один... Это значит, что он особый. Уже это говорит, что он особый. Вот. Потом, значит, ну, вот такие всходы все-таки получаются. Вот здесь, кстати, видите, трава скошена, а за забором нет. За забором заброшенный участок. Это питомник уже моего сына. И вот тут мышиные норы, вот отсюда они и лезут. И потом у нас есть специальные фотографии, где мы вот тут раскладываем бутылки с ядом. А куда деваться? Вот. Мышам бой. Крылатое выражение. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И вторая беда, еще расскажу. Это когда мы маленечко... Это, я вот написал негодные к посадке. Вот это же тоже с коробки достаю в апреле. Часть уже переросла. Но еще... О, я же еще одно не сказал. Наверное, самое главное. Вот тогда я уже успокоюсь и закончу этот фильм. Даже с одного дерева, не то что с одного вида, с одного сорта, с одного дерева косточки все разные. При прочих равных условиях, что мы занимались, влажность и прочее, 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 все равно всходят по-разному, а некоторые не сходят вообще. Если косточка не взошла вообще, я это называю резерв главного командования. И природа предназначена сделать так, чтобы ни в коем случае не взойдет. А вдруг катаклизм? А вдруг раз и это самое, какая-нибудь ядерная зима, ну, на ядерную не рассчитывали, ну, на падение метеорита, на зиму посреди лета, когда солнце скроется в тучах пыли. Вот, мороз, все вроде погибло, потом тучи развеялись, опять пригрело солнышко, и вот тогда на второй-то третий год, так глядишь, а может и на 10-й, глядишь, и взошло, и снова планета зазеленела. Так оно было, поэтому резерв главного командования – это не взошедшее ни разу. Не расстраивайтесь, что из сотни у вас самых удачливых 10 не взойдет. Так полагается, так устроена природа. Вот. И переростки – это значит как? Рассчитаны на раннюю весну. Среднюю на среднюю весну, которая последняя всходит на позднюю весну. На все случаи жизни. Не ставит перед собой задача природы, чтобы из 100 взошло 100. Ей нужно, чтобы дерево повторило себя. Все равно вся земля уже захвачена. Вот. Места под солнцем мало. И дай бог, в любом месте пытается впиться в землю. Пытаются зайти семена. И как бы они ни пытались, шансы есть буквально в единиц, так же, как это самое, когда пара лососей дает потомство, дай бог, чтобы из них через там 20 лет опять была пара. Вот. И так же устроены и леса, и так же, почти так же мы хотим, вернее так, мы хотим, чтобы там целое дерево, вырастив за всю жизнь там, сотни, тысячи, десятки, может, сотни тысяч семян, в конце концов, только одно займет ее место. Представляете, казалось бы, какая расточительность. Кстати, это не расточительность, не забывайте, семена – это ценная еда. Это их второе, не менее важное предназначение в природе. Еда. Вот. И при этом
мы стараемся, чтобы в наших садах было соотношение не один к одному, что целое дерево с сотнями тысяч семян дало в конечном итоге одно дерево, потому что больше места нет в среднем. А мы хотим, чтобы сотни у нас было сотни. Но давайте надеяться хотя бы на 50. И это будет гигантский успех. 10 из 100, учитывая капризность многих этих видов, это тоже гигантский успех. Вот мы сейчас с вами взяли и персик посадили. Ну, не посадили, заложили на сертификацию, на зимнее хранение и так сказать, повторяем программу на исторической родине. Ну, а он очень капризный. А у меня 100 штук было, 22 штуки бабушка посадила, моя теща, 22 взошло. Я 100 посадил под зиму, ни одна не взошла. Когда их выкопал, они оказались, это самое, спящими, но живыми, поняли? Живыми, вот. Потому что я их снова посадил, на следующий год зашли, поняли? Насколько капризна природа, если ей не управлять. Ну вот, пожалуй, я, наверное, все и сказал. Вот. Вот в таком виде вы их будете от меня получать. И к моменту приезда к вам часть уже, вот из-за того, что все неравномерно, у вас 100% не получится. Лучше бы выписать сухими, поэтому мы с вами проводили сертификацию. Вот те же абрикосы, те же груши, вишни я буду высылать сухими до самого февраля. Лучше самим, потому что когда... Я посмотрел, вроде недалеко, 5-6 перевалок, это посылка, бандероль. Сейчас же это легко прослеживается по интернету. 5-6 перевалок, это 5-6 попаданий в разные условия. От мороза в неотапливаемых вагонах, от перронов, где они мерзнут, возможно, при 40 градусах. Я, кстати, их утепляю тщательно. Вот, до теплых этих самых помещений, где хранятся посылки. Вот, естественно, что это все провокация для семян. А они еще и всходят не одновременно. Вон они, грушки, которые уже переросли. Вот они, я еще раз показываю, видите, вот они, вот они, вот они. Курсор видно. Которые уже, их еще можно посадить. Но ну, такая ювелирная работа. Спичечкой делать дырочку, посадить так, чтобы росток, вот он тут, чтобы он ни в коем случае под землей не оказался.